Всем привет, вы на канале Crypto Commons. Ребята, ну что, биткоин, смотрите, у нас отскочил, снова подрос. Отработал четко сигнал на TRDR, который мы постили буквально вчера. Как вы можете видеть сами, сигнал закрепился, и после этого цена пошла наверх. Мы об этом писали у нас в Телеграме, поэтому обязательно проверьте подписочку на наш Телеграм. Вот. Что сейчас дальше мы ожидаем? Мы видим, что биткоину похер вообще на ФРС, на процентные ставки. И Ripple. Посмотрите, кстати, на Ripple. Ripple тоже в целом неплохо отскочил от золотого сечения по Fibonacci и пошел наверх. Вот. Давайте послушаем, что говорит наш коллега Кевин Свенсон на своем YouTube-канале. Вот он сделал видео про то, что никто этого не видит, и парабола только начинается. Очень интересный теханализ, перевели специально для вас. Давайте смотреть. Сегодня было самое ожидаемое заседание FOMC, которое я когда-либо видел. И что в итоге? Ничего. Это был бургер без котлеты. По сути, нам папа Пол принес на Рождество фантики от конфет с замечательным дампом на 4-часовом графике. Так что в итоге все, конечно же, расстроились из-за всего этого, ощутив себя обманутыми. Они думали, что неважно от того, что делает ФРС, это все будет побычье. Но в итоге все оказалось не так. В этот раз толпа ошиблась, в результате все начали паниковать. И если начал паниковать, пришло время график укрупнять. И то, что я вижу на графике биткоина, то, что мы по-прежнему находимся внутри параболы. Если мы посмотрим на параболическую диаграмму, биткоин может двигаться в боковике до конца апреля, все еще находясь внутри параболы. Это то, что многие не понимают, и то, что я говорил на прошлом видео. Когда люди говорят о параболе, они подразумевают движение вверх без каких-либо откатов. В прошлом видео мы показали очень ясно, что может образоваться огромный откат вниз, в середине параболы. Но суть в том, что мы удерживаем параболическую кривую. Так что цена может двигаться в боковике до конца апреля, после чего снова пойти вверх. Так что мы можем провести буквально целый месяц, фактически ничего не делая, практически ничего. Даже опускаясь ниже, по-прежнему двигаясь в параболе. Вот на что я смотрю. И я смотрю на более крупный таймфрейм, говоря минуту. У нас все еще голова и плечи, перевернутые голова и плечи. Левое плечо смотрит направо. Биткоин преодолел уровень шеи, паттерна голова и плечи. И это бычий пробой. У нас есть низ, восходящий низ, вверх и восходящий вверх. Восходящие низы и восходящие верха с пробоем перевернутой головы и плеч. Все еще в потенциальной параболической структуре, которая может сохраняться до конца апреля. Но если биткоин может удержаться выше этого уровня шеи, вот эта зона на уровне закрытия данной свечи, на недельном таймфрейме и на уровне этого фитиля. И пока мы, друзья, будем удерживать этот уровень, держа эту зону, отскакивая, образуя следующий восходящий низ, картина может оставаться экстремально бычья. Как только это перестанет работать, что ж, если биткоин откатится на недельном уровне, образуя нисходящий низ, опустившись ниже 24-300, а свеча закроется на недельном уровне, я смотрю на это с недельной точки зрения, закрытие ниже 24-300 будет экстремально медвежьим. Если у нас образуется нисходящие верха и пробой вниз, в этот момент все рассказы о бычьей истории можно взять и выкинуть в окно. Но пока мы удерживаем вот эти зоны вот здесь, и, к примеру, мы отскочили от 25-200, мы можем отскочить от 24-300. Если это произойдет, то мы буквально формируем параболическое движение. Так что, друзья, с учетом этого сказанного, нужно не забывать укрупнять график. И несмотря на краткосрочные события, меня в целом это не беспокоит. Я по-прежнему думаю, что мы можем сформировать что-то серьезное для биткоина. Зацените, друзья, этот твит, который я опубликовал некоторое время назад. Если их сравнить один с другим, то можно без сомнения увидеть, что у биткоина сохраняется потенциал двигаться в параболически. Что значит параболически? Это значит, что следующий низ не находится на прямой линии. Так что параболически – это значит, что мы не формируем линейный аптренд, а низы образуются все круче и круче. Так что посмотрите сами, здесь на самом деле еще есть предостаточно места для того, чтобы сформировать параболу. Если низ образуется раньше, нежели позже, у нас будет очень параболическое движение. И это может занять у нас до апреля и даже мая. И мы все еще будем формировать параболу. Так что, на мой взгляд, я не очень беспокоюсь о этом движении. И я понимаю, что многие хотят, чтобы это было мгновенно, чтобы мы говорили о биткоине в $1 миллион за 90 дней, что просто смешно.
Не знаю на самом деле, почему людей забавляет эта идея. По мне, так это просто смешной концепт. Но, друзья, рынку нужно время, событиям нужно время. Просто расслабьтесь и дайте этому отыграть. Пока мы удержим уровень шеи, перевернутых головы и плеч, на мой взгляд, у нас все путем. И до момента, пока быки не смогут удержать этот уровень и обвалиться вниз, я смотрю на происходящее как «есть что есть, аптренд». И нам нужно просто подождать и посмотреть, чем все это закончится. Аналогично зоне вот здесь. Когда цена поднялась вверх, и мы ушли с 25 тысяч полным ходом ниже 20 тысяч, и люди заговорили, это конец, а у нас получилось ралли. Аналогично и вот здесь. Это конец, а у нас получилось ралли. Надеюсь, вам понравилось, и вы поняли, как я вижу ситуацию. Увидимся в следующем выпуске. Вот, так что вот такой вот теханализ от Кевина Свенсона, ребята, если вам заходит такой контент, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и в телегу обязательно к нам добавляйтесь, потому что мы там будем держать вас в курсе вот таких вот сигналов, которые мы видим на TRDR. TRDR тоже настройка сейчас появится сверху, ссылка в описании, офигенный скринер по ордербукам всех бирж. Вот, короче, если сейчас эта парабола продолжается, то мы летим куда-то на 30 с чем-то тысяч, ребята. В связи с чем всех и поздравляю. Что лично я сделал? Я забрал половину профита, но я бы на самом деле и дальше стоял. Но надо выводить кэш, поэтому всем тоже вам советую так делать, если он, конечно, есть. Если вы срубили иксы, выводите то, что вкладывали, и уже дальше режьте риски там, согласно своей стратегии. Вот, все ссылки в описании. Торгуем на Bybit и также на Фемиксе, кстати, в кросс-маржине. Об этом более подробно в следующем стриме. И последнее. Альткоин дня, альткоин видео. Посмотрите на Litecoin. Просто ему вообще чихать на все эти заседания ФРС. Он просто прет наверх, чуваки. Поэтому, конечно же, не без коррекций. И вот он вроде сейчас откорректировался. Дисклеймер, не финсовет, но Litecoin выглядит очень убедительно. В связи с чем у меня по нему лонг все еще... набран тоже. Но дисклеймер, не финансовый совет. Всем профитроли, все ссылки в описании. Добавляйтесь на стрим, жмите на колокольчик, чтобы не забыть. Там будет криптодед, да? Ты будешь криптодед на стриме? Да, я, кстати, хотел сказать пару слов про XRP. Всем привет. Так давай на стриме не скажешь. А, хорошо? На стриме? Или сейчас, давай. Скажи. Не, давай сейчас, потому сейчас, что я коротенечко. Да, по XRP. Ну что по XRP? По XRP мы как-то рисовали на одном из стримов на викле треугольник, один с выходом наверх. И сейчас мы в такой же точке на самом деле. Сейчас этот треугольник, видимо, там какой-то такой вот был треугольник на викле, если. И как-то он вот так вот приходил. Вот да, только он большой. Вот, и вот мы выскочили, и, собственно говоря, я думаю, нас ждет рост дальнейший. Это дисклеймер. Надо какой-то обнаружить сетап по Ripple, который позволит хорошо зайти. И я, честно говоря, думаю, что это не отсюда. И даже вот это у нас получается вообще пятиминутка. Да, все не так. Не суть, но мы не будем вырезать. Более подробно об этом, ребята, вы узнаете на следующем стриме, который сейчас появится у вас прямо на вот этой на экране. Кликайте туда, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. И не пропускайте.